Итак, всем привет, други моя. Сегодня я получаю свои необходимые мне для жизни денежные средства ежемесячные. И куплю я себе метизы, которые мне нужны для сборки этого не комода, а как это называется, стеллажа. Для сборки стеллажа мне нужны метизы, 50 штук. Значит, куплю я 50 гаек М12 сегодня в специальной фирме, в специальном магазине по продаже метизов. Значит, где-то 250 рублей это будет стоить, мне обойдется 50 метизов. По 5 рублей или по 4,50 они стоят за одну гайку М12. И начну я собирать свой комод, вернее не комод, а этот стеллаж. Стеллаж с металлическими шпильками М12 двухметровыми и с ДСП-шными панелями. Будет вот такой стеллаж, будет 5 ДСП-шных панелей, то есть там 4 полки будет. И, значит, соберу я сегодня этот стеллаж. Значит, если я надену маску и буду снимать, как я все это собираю, весь этот стеллаж, то, значит, день у вас удался. Вы сегодня или завтра, скорее всего, завтра или послезавтра посмотрите это видео со сборкой стеллажа с металлическими шпильками и ДСП-шными панелями. Но в любом случае, даже если я не буду снимать этот стеллаж, я вам в собранном виде его сфотографирую или как-то там видео сделаю в собранном виде этого стеллажа. Значит, вот такие дела. Собирать я его буду, ну, где-то от одного, от 1,5 часа до 3 часов. Очень долго его собирать придется. Ну, потому что спешить некуда. Поспешишь — людей насмешишь. Есть такая пословица русская. Значит, спешить я не буду. Но вот от 1,5 до 3 часов уйдет у меня на сборку стеллажа своего двухметрового. Значит, вот купил я уже себе все эти, как это, подгайки подкладываются, вот эти вот, как не шпильки, а как они называются, шайбы под гайки я уже купил 50 штук за 250 рублей. Значит, шайба у меня уже есть. Осталось купить гайки и осталось купить два ключа 18-миллиметровых для затяжки вот этих гаек. Там два этих ключа мне хватит. Три ключа мне уже не нужно. Потому что вот сверху затягиваешь, снизу затягиваешь. Два ключа вполне достаточно. До этого я купил два ключа на 19 миллиметров, но они немного мне не подошли. Там надо на 18 миллиметров ключи, потому что гайка там немного меньше имеет. Шестигранник 18-миллиметровый, а не 19-миллиметровый. Вот, значит, буду собирать этими двумя ключами 18-миллиметровыми, буду гайки эти накручивать на шпильки, буду прикручивать вот эти ДСП-панели. Не знаю, будет об этом видео, не будет, это от меня уже зависит, от моего желания. Возможно, будет, возможно, не будет видеоролик о сборке стеллажа. Так, ну а на этом я свое видео заканчиваю. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал.
Всем счастливо, всем гудбай, до новых встреч на моем канале, всем пока!